Hello, everyone! Всем привет! Итак, мы сегодня снова будем смотреть группу Palo Royal, но это уже будет кавер на песню Close, а оригинал группы Nine Inch Nails. Знаешь, сколько? Да, знаю. Вот, в общем, давайте сейчас вместе смотреть. Thank you.
забираю свои слова назад. Рокин мне понравился больше. В смысле? Вообще. Я не знаю оригинала. Оригинал, ну, он по типу такой же, но они, короче, я могу сказать, что атмосферность музыки оставили такую же, они не стали сильно переделывать оригинал. Но я, в принципе, могу включить оригинал, чтобы... они ее чуть осовременили. Мне нравится, вот, я не знаю, как это сказать, короче, сексуализация вокалиста. Ну, он родился таким. Ну, блин. Что тебе сделать? Ну вот это вот. Нет, у них есть и клип, где его так не делают. Мы уже смотрим второй клип, где он вот такой вот. Ну, что ему сделать, если он родился красивым? О, блин! Тут по-другому, ну никак. Из-за этого страдают люди красивые, могу сказать. Что да, их будут все любить. Его будут. И вообще-то у его братьев тоже поклонники там много. Заколебал курить уже. Но мне нравится, что барабанщик сидит с гитарой. Ой, барабанщик сидит с гитарой. С сигаретой. Это плохо, конечно, курить. Но он с таким лицом. Да, вообще просто. Вообще пофиг ему на все. Он просто играл, сыграл свою партию. Все, ребята, я пошел отдыхать. Это того образа. Я знаю, вот, блин, я забыла, как называется. Была такая эстетика. Она типа как не наркоманская, блин, я забыла, как ее правильно называют. Ребят, напишите. Наркоманская эстетика. Осуждаю, вот это написано. Короче, это из тех... Вот, она недавно была в плане того, что модели, когда были анорексичного такого вида, но это были в 90-х, вот в те годы, вот и та эстетика... Сюда тоже... Вот эти вот ребра вот так вот. Да, ну, в общем, сюда ее можно приписать, но у них вот такой у них стиль. Вокалист, кстати, мне вот в каких-то кадрах как будто, Энди Блэк. Кстати, да, у них в одном из клипов, я не помню в каком, прям видно, по-моему, вот Dead to Me, если не ошибаюсь. Он очень похож на Энди. У нас причем сейчас две картинки, то стоят из клипа Dead to Me и... Кстати, у Black Vibrate снова вышла песня My Friends. Вот у них есть схожесть. Вот. Может быть, потом еще запишем на Dead to Me. Там реально он похож на Энди. Я тогда смотрела, как вот такая, типа, о, нифига себе. Вот. Но в плане того, что я могу сказать, очень клевые каверы дизайнеры, очень осовременили. Оставлю всю такую же эстетику, и в клипе то же самое, в принципе, как и в оригинале. Но это было очень клево. Ну, мне очень жалко, что у них очень мало просмотров на именно этом кавере. Очень странно, что мало. Ну, я поставлю, короче, 9. Вообще, так-то этот, картинка прям вот сочная. Прям, ну, очень красиво, да. У них вот прям есть эстетика в их клипах. И мне очень нравится то, что они круто заморачиваются именно с костюмом. Потому что я читала интервью, где ребята говорили, что для них очень важно выглядеть на сцене с иголочки. И у них прям это видно, что для них костюмы это очень важно. Это фишечка их получается. Ну, не только их, кажется, всех. Да, но когда у группы есть стиль, это сразу их выделяет, отличает. И, ну, естественно, по голосу тоже клево сделано. Пусть даже там есть всякие примочки. Ну, вот в предыдущем мне в клипе голос больше понравился его почему-то. Он прям такой этот. Блин, группу мы смотрели, вот немецкую, по-моему, там чел кричит еще. Он поет и кричит. Говорит и кричит. Я не помню, как называется. Короче, Даша знает. Она любит его, по-моему. Знаю. Ну, в общем, я поставлю 10. Я 9 поставлю. В общем, вот такая у нас произошла реакция. Пишите, пожалуйста, я очень прошу вас написать именно почему вам нравится группа Pale Royal, но мы отсекаем в плане того, что тут красивые парни и так далее. Именно не из-за этого, а именно за что вы любите. Вот. В общем, спасибо всем большое за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, все это очень важно для продвижения видео и моего канала. Также подписывайтесь на Максима, подписывайтесь на социальные сети, если хотите поддержать меня финансово, то в описании все ссылки. Также подписывайтесь на Телеграм, где я с вами общаюсь, но с вами в новом видео. Всех обнимаю, всем пока, bye-bye.